интересно сошлись колесо фортуны, мир и влюбленные. Внизу осталась пятерка мечей предательства от ухода. Колесо фортуны, цикличность, мир, шанс, мир, влюбленные, восьмерка чаш, пятерка мечей. И вот так это выглядит. Оно ж прям наглядно, ты понимаешь, о чем. Что ушло, что осталось, с чем остался. Я уже не в той последовательности раскладываю. Офигительно, говорят карты. Просто нереально. Ты просто погружаешься в эту атмосферу. Я уже который расклад делаю, и ответ идет как резюме вдруг одним словом. Допустим, аборт. Или еще чем-то. И это ключевое слово, которое вскрывает всю ситуацию. В итоге мне отписывается «да» и пошло. То есть оно как мак карты погружает. Долгое ожидание прорыва, отшельничество, переосмысление, кармический урок, ожидание справедливости и разрешение праздника. Офигеть. И вот общая картина, и из нее выпрыгивает туз мечей, вообще сам по себе, который рассекает тройку чаш. И отшельника, получается, на одной оси остались отшельник, свет нового сознания, ясность. А туз мечей сам по себе прорисовался как ясность. И легкость, радость, слияние через анахату, прояснение, как итог получается. Так, вот еще одна была история. А, я ее уже показывала. А здесь были смерть, вот, смерть, девятка пентаклей и умеренность. Ну, трансформация в самодостаточности, выравнивание умеренности, исцеление. А здесь она, получается, смерть уже не видна, а мне это мой клык волка напоминает, и самодостаточная девушка качается, как на радуге на качеле. И вообще аркан смерти вообще не считывается. Трансформация окончена. Прикол карты вообще. Просто офигительная. А вот исцеление хитрости и обмана. Коварство и воровство. Возрождение. Борьба за шанс. Борьба с... Ну, вначале невидение шансов. Борьба... Противостояние, и приходит шанс.